Вот это да! Огонь, воздух и земля! Дорогие друзья, Димаш не перестает нас сюрпризировать. Это же надо такому случиться. Он будет в жюри европейского конкурса «Виртуозы», в составе которого Пласидо Доминго. Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас. Кто помнит эту великолепную тройку теноров? Это три великих оперных голоса в 90-х и нулевых покоряли население Земли своими мировыми турне. Вот что значит быть фанатом Димаша Кудайбергена. Гордость так и распирает мою грудную клетку. Как же это здорово и трогательно, когда великий из трех теноров говорит, что его внук увлечен творчеством Димаша, что он открыл для себя новую звезду. А еще большее восхищение вызвало то, что Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом. Вот это да! Но не зря говорят, все тянутся к прекрасному. Вот так и Димашу все тянутся. Джеки Чан, Джек Ма, Ева Лонгория, Игорь Крутой, Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Пласидо Доминго и много других известных знаменитостей уже пожали руку Димашу. Ну что, Дирс, продолжаем наслаждаться новыми творческими приключениями Димаша. Все подписались на страничку Virtuosos Talent Show, чтобы не пропустить выпуски шоу. На этом все сегодня. Всем крепкого здоровья и удачи. Пашанзга, денсаулықпен сәттілік. Сау болыңыздар, көріскенше.